или Мурзик. А мне больше нравится Гав. Я бы не советовал котенку с таким именем. Гав. Спускаться во двор. Котенка с таким именем во дворе ждут одни неприятности. А какие они, эти неприятности? А вот увидишь. Они меня ждут, эти неприятности. Я пошел. Много слева, много справа всяких неприятностей. Много неизвестностей и там, и тут. Где-то ждут котенка Гава неприятности. А зачем они его ждут? Раз, два, три, пять. Кто со мной играет в прятки? Убегайте без оглядки, я иду. Где же они, эти неприятности? Никого нет. Здравствуй! Ты, наверное, хочешь поиграть со мной? Что ж ты не отвечаешь? Давай я буду догонять, а ты убегать. Теперь я буду убегать, а ты догоняй. Не догнала, не догнала, не догнала. С кем это ты разговариваешь? С ней. Это твоя собственная тень. Она разговаривать не умеет. Не умеет, но она все понимает. А вот неприятностей нигде нет. Эй, ты! Малыш, иди сюда. Здравствуйте. Как тебя зовут? Гав. Что? Гав. Гав? Гав, Гав. Гав, Гав? Ты еще дразнишься? Мой убедился, что во дворе тебя ждали одни неприятности. Нет, не убедился. Я их искал, искал, уже почти нашел, но меня собака прогнала. Нет, здесь грозы совсем не слышно, поэтому и бояться неинтересно.
Я лучше пойду и снова побоюсь на чердаке. Обедать? Нет, я еще не могу обедать, потому что я еще не завтракала. А хочешь, мы эту сосиску вместе съедим? Хочу. Только как же мы ее будем делить? Очень просто. Вот тут начало сосиски. Тут конец. А вот тут... середина. Я начну есть сосиску сначала, а ты с конца. Нет, лучше я сначала, а ты с конца. Встретимся на середине. Раз, два, три. Да. Что-то мы уж очень быстро встретились. А ты уверен, что середина сосиски была именно на этом месте? Теперь уже не важно. Все равно никаких других мест у сосиски не осталось. Гав! 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 Это не меня. Это они просто так. Лай! Сказочная премьера. Уверен, вы соскучились по нашим маленьким мультипликаторам и их чудесным мультфильмам. Хотите новых-приновых мультиков? Тогда срочно включайте ТВ-3. Каждую неделю прямо в этой студии дети придумывают совершенно невероятные истории. А наша задача – воплотить их в жизнь. Новые маленькие герои. Это прям как я хотела. И новые волшебные мультики. В новом сезоне проекта с Виктором Васильевым. Рисуем сказки. Завтра в 9:00 на ТВ-3. Чёмон? Насморк? Тяжело дышать? Попробуйте Ринофлуимуцил. Он способствует устранению отека и благодаря ацетилцистеину растворяет и выводит слизь. Ринофлуимуцил. Он действует. Вы дышите. Ваш любимый Нескафе Классик теперь с молотой арабикой. Тончайшие гранулы. Насыщенный вкус. Нескафе Классик. Раскройте любимый вкус по-новому. Ваш интерес. Герои телеэкрана бьются за ваш интерес. С видеосервисом Винк вы сами собираете пакет фильмов и ТВ-каналов. Скачивайте Винк. Ростелеком. Технологии возможностей. Не соглашайтесь на меньше. Покупайте СЮЗ по выгодной цене в магазинах «Магнит». Участвуйте в акции «Красотка на миллион» и выиграйте миллион рублей. Акции этих компаний выросли в два раза. Но надо знать, что брать. И что брать? БКС знает. БКС знает. Скачайте приложение БКС Мир Инвестиций и зарабатывайте. Откройте мир инвестиций. И правда знает. Иногда проявить характер – это значит остаться дома. Особенно, если вас ждет время в достойной компании. Настоящий характер там, где Швепс. Создайте бар дома. Это Алина, а это Деспоталина – раздраженный кишечник. Деспоталин борется с болью и другими симптомами, нормализуя его работу. Деспоталин – ваш кишечник невозмутим. Мир меняется так быстро, потому что ты задаешь эту скорость. Потому что ты должен успеть и на спектакль, и на рейс.
потому что ты хочешь учиться у лучших. Работать где удобно, потому что ты хочешь первым увидеть и поделиться. Мегафон сделал самый быстрый интернет в стране, потому что ты задаешь эту скорость. Мегафон начинается с тебя. Клиника «Профмедцентр» заботится о вашем здоровье. Для вас ведут прием узкопрофильные специалисты. Доступны все виды анализов и УЗИ-диагностики. Возможен вызов врача на дом. Клиника «Профмедцентр». Сайт в интернете profmed.центр. Микрозаймы, кредиты, долги по ЖКХ. Росбанкрот поможет вам. 2, 3 и 4 апреля в Воронеже на ярмарке на Донбасской Кировская обувная фабрика принимает обувь для фабричного ремонта. Полная реставрация старой обуви. Дайте обуви вторую жизнь. Окунитесь в мир восточной сказки на грандиозной распродаже товаров из Индии с 19 марта по 4 апреля в ТРЦ «Максимир», второй этаж. Окей, как вывести пятно от варенья с ковра? Шаг 1. Щепотка соды. Шаг 2. Немного уксуса. Шаг 3. Можно долго тереть с интернетом, но лучше использовать ваниш-спрей для ковров. Благодаря научно доказанной силе активного кислорода, ваниш-спрей эффективен против пятен с первого раза. Пятна на ковре? Спрашивайте ваниш-спрей. Плавленый сыр «Президент» создан из отборного творога и ароматного сливочного сыра. Чтобы любой ваш день начинался волшебно, смотри на жизнь с аппетитом. Гинекология Вест-Класс Клиник. Пройдите обследование сейчас. УЗИ в подарок. Премьера. Садись, рассказывай, зачем приехала. В этом году весна приходит с бабой Ниной. Поэтому отложите все дела и скорее включайте ТВ-3. Скажите, бабушка, что меня ждет? Нас ждет абсолютно новый сезон нашего любимого сериала. Поступай так, как велит сердце. Лучшего совета дать не могу. «Слепая». Новые серии. По будням в 17:25 на ТВ-3. А я тебя не зову. Это я просто лаю. Гав. А меня так зовут. Котенок Гав. За котами. Щенки гоняются за котятами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь. Понятно тебе, друг мой? Нет, непонятно.
Почему я должен все время гоняться за тобой? Так нечестно. Надо по очереди. Сначала я за тобой, ты за мной. Я за тобой, ты за мной. Ты за мной, я за тобой. Ты за мной, я за тобой. А я за тобой, ты за мной. Ты за мной, я за тобой, я за тобой. Что творится? Что-то... Котенок гонится со щенком. Ну, так не бывает. Это называется намордник. Ой, какой красивый, правда? Здравствуйте. Это я, Гав. Мой друг очень хочет померить ваш намордник. Можно? Что? Что он говорит? Он говорит, если осторожно, можно. Можно! 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 Что вы делаете? Что вы делаете? Остановитесь! Молодежь, остановитесь! Ну как, получается? Почти. Кажется, он тебе немножко велик. Хочешь ко мне в гости? Хочу. Ой! Ой, когда я вырасту, мне тоже подарят намордник. А зачем он тебе? Чтобы я не кусался. А разве ты собираешься кусаться? Нет, не собираюсь. Ну, значит, и намордник тебе не нужен. Это я пока маленький не собираюсь. А когда вырасту, может, мне и захочется. Гав, ты случайно не хочешь есть? Нет, спасибо, не хочу. Совсем-совсем не хочешь есть? Ни капельки. Тогда посмотри, пожалуйста, чтобы никто не утащил мою котлету. Угу. Я немножко поиграю во дворе, а потом приду и съем свою котлетку. Ладно? Ладно.
котлета. Гав! Где моя котлета? Ты где оставил ее? Я ее спрятал. О, молодец! А вдруг ее кто-нибудь найдет? Нет, ее никто не найдет. Я ее очень хорошо спрятал. Да? А куда же ты ее спрятал? Вот сюда. В животик. Ух! Нет, это я тебя зову поиграть. Иду. Сказочная премьера. Уверен, вы соскучились по нашим маленьким мультипликациям.